На этой неделе начались работы по восстановлению стелы Кировск, расположенной при въезде в город. Конструкция за много лет обрела неопрятный вид, и ее было решено обновить. Первый аукцион не состоялся, не нашлось желающих. После того, как кировская администрация провела аукцион во второй раз, подрядчик нашелся. Работа будет выполнять мурманская фирма. На рынке она с 95-го года. С ней был заключен муниципальный контракт. Срок исполнения контракта 15 сентября. Но, судя по всему, потому как быстро заказчик приступил, работы будут выполнены к середине августа. Обновление стелы – инициатива кировской администрации. При составлении технического задания чиновники учли мнение горожан. Идею жителей поддержали. Конечно, хорошо, если отремонтируют. Страшно смотреть, когда она разваливается, и никому ничего не надо. А когда отремонтируют, будет красиво, наверное. Конечно, всегда радостно, когда что-то обновляют, что-то ремонтируют, потому что это привлекает вид городу. И, не знаю, всегда и гостям, и жителям очень приятно видеть как хорошие пейзажи, а не плохие. Поэтому я, конечно, рад. Лишь бы красивый был, ярким. Во вторник мастера приступили к ремонту основания конструкции. Залили опалубку. А вот в среду работу пришлось приостановить из-за дождя. В четверг, 11 августа, работы снова продолжаются. Задача мурманской подрядной организации, которая занимается ремонтом, восстановить стелу без каких-либо кардинальных изменений. У основания будет плитка керамогранит и вертикаль, тоже декоративное покрытие, тоже керамогранит. Будет очень красиво. То есть сейчас в данный момент нет образца, в пути как бы идет, заказали. Ну вот сейчас буквально числа 17 можете приезжать, будете смотреть, что уже, на каком этапе будет работа. После того, как рабочие сделают основание, они установят строительные леса, снимут старое покрытие со столбов, чтобы после покрасить их новой краской. Буквы сделают светоотражающими, их будет видно в темноте. Колоски останутся желтыми, герб будет красного цвета, флуоресцентной краской покрашен. И город Киров, сами буквы тоже будут покрашены в красный цвет, флуоресцентной краской. Материалы, по словам рабочих, качественные и дорогие. Обновленный знак сохранит свой презентабельный вид многие годы.